приветствую вас, друзья. Ну что, тучка нас не миновала. Пошел дождь. Вот так вот. Выхожу. Забились все в сарай. И вот так вот. Ну, идем погуляем, покушаем. Я позавтракала, поэтому можно погулять. Чумазики мои. Вижу, баран кроет сегодня вот эту овцу. У нее окотом был баранчик F3. Черноголовый, идеальный баранчик у нее был. Уехал к Юрию. И вот сегодня он кроет баран, мамку. Вот так. Ну, сейчас, наверное, туда пойдем. Еще будет, наверное, дождь. С той стороны. Поэтому давайте быстро погуляем. Насчет клещей спросили. Ой, у нас вообще беда с этими клещами каждый год. Делала я этот раствор, конечно, брызгала их раз пять. Сейчас муж приедет опять, кого надо будет пострижем. И полностью тоже будем обрабатывать. Клещей очень много. Я думаю, не только у нас, везде. И то благодаря тому, что сжигали поля, то клещей немного как бы, ну, позгорали. А так вообще беда. Я их опрыскиваю, и утром я этот захожу на проверку к ним в сарай туда. Посмотреть, гельминты у малышей вышли, нет. И смотрю, и клещи поотваливались. Поэтому, может, препараты не так уж хорошо работают, как бы хотелось. Но все равно хоть помогает, спасает немного животных. Ну, еще иду я тогда по дороге туда. Хороший был дождик, смотрите, земля мокрая. Ну, обещали. Что теперь? Боюсь, оттуда мы опять сейчас будем ждать. Хороших выходных всем.